Всем привет! Некоторые знаменитости любят покопаться в себе и найти какие-то недостатки. Сегодня предлагаем посмотреть на некоторые комплексы звезд. Например, телеведущая Анфиса Чехова ужасно стесняется своих веснушек и тщательно маскирует их профессиональным макияжем. Актриса Меган Фокс терпеть не может свои толстые пальцы на руках. Ей кажется, что они похожи на обрубки и уродуют ее аккуратные ручки. Певица София Ротару весьма негативно относится к своим снимкам в профиль. Она уверена, что так становится заметен ее второй подбородок, что ужасно огорчает звезду. Очаровательная и подтянутая Кэмерон Диаз стесняется своей по-мальчишески угловатой фигуры и маленькой груди и мечтает о более округлых формах. Кристина Орбакайте настолько стеснялась собственной формы носа, что не побоялась лечь под нож пластического хирурга. Теперь аккуратный носик радует певицу, а вот собственные ноги огорчают, поэтому в ее гардеробе доминируют преимущественно длинные юбки и брюки. Уж казалось бы, что может не устраивать Клаудию Шифер? А нет, модель признается, что до сих пор стесняется своего роста, потому что в юности была на голову выше любого мальчика в школе. Миниатюрная певица Анна Плетнева комплексует из-за собственного веса. В детстве учительница по танцам всегда упрекала будущую звезду в лишнем весе. Поэтому теперь Анна старательно отслеживает каждый набранный килограмм и в случае необходимости моментально садится на диету. Пэрис Хилтон совершенно не нравятся свои ноги, и дело тут в том, что у нее очень большой размер обуви. Из-за этого она постоянно вынуждена ходить на каблуках, иначе это выглядит ужасно, говорит она. Вера Брежнева долгое время считала себя слишком высокой, что послужило причиной развития сутулости, от которой она смогла избавиться только после грандиозного успеха в группе Viagra. Скарлетт Йоханссон всегда была недовольна своими ногами. По мнению актрисы, они слишком короткие и полные. Впрочем, со временем она научилась принимать этот недостаток. Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова переживает, что выглядит слишком спортивной. Ей не нравится отсутствие женских плавных форм. Она комплексует из-за собственной спортивной мускулатуры. Шакира комплексует из-за своей фигуры. Ей не нравится тело, и максимум, что она может обнажить, это живот. Филипп Киркоров переживает из-за собственного веса и старается чаще посещать спортзал и придерживаться диет. Стройная обладательница длинных ног Николь Кидман тоже нашла к чему придраться. Ей хотелось бы иметь более женственную фигуру. Она постоянно думает о том, что у нее мальчиковое телосложение, а хотелось бы иметь более крутые изгибы. Эпатажный Сергей Зверев слишком критичен к собственной стройной фигуре. Он уверен, что выглядит слишком тощим, а еще очень низким. Именно комплекс роста и заставляет Зверева носить обувь на платформе. Синди Кроуфорд всегда не нравилась ее грудь. В юности она казалась ей слишком маленькой, а сейчас после двух родов она немного обвисла. На сегодня все. Не комплексуйте, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Удачи!